Мощи 31 святого привезли в Славянск. В местном храме частицы плоти Иоанна Крестителя, Николая Чудотворца, Пантелеймона Целителя, Георгия Победоносца и других. Человек, который взял на себя все расходы на организацию, пожелал остаться неизвестным. Об этом рассказал настоятель храма Святого Духа. Мощи разместили в три круга. В центре прах Иоанна Крестителя. Конечно же, если мы сподобляемся иметь частицу мощей, то это, конечно же, для нас, я считаю, величайшая благодать, такое особое посещение Божие для нашего храма и особое посещение тех или иных угодников, которые пребывают в нашем мощевичке.